Так, ну вот поговорили немножко про открытки, и вот твоя непосредственно тема антиквариат. Встретился сейчас с автором канала Алекс Аверс. Привет. Всем привет. Давай немножко обсудим, ну, расскажи мне. Лёх, вид один на самом деле, это карманка. Карманные часы, ага. Да, это один вид. То есть это более, скажем так, классические молния, ну классический корпус, но за услуги. За заслуги. Они оказывают пожарные услуги. Да, можно так сказать. То есть, ну, наверняка такие предметы, такие часы вручали за выполнение очень серьезных, ну, боевых таких задач. В отдельных как бы сферах вот, пожарной безопасности. Что можешь рассказать? Вот смотри, тут мы видим циферблат более-менее такой вот старый, потому что здесь четверочка. Так указано у нас, видишь как? Да, это римский циферблат, он более как бы ранний, там, ну, это 70-е, 80-е годы. Угу. Часики, кстати, в рабочем состоянии, обслужены полностью у мастера. Прекрасно. Что можешь сказать по редкости? Насколько вот сейчас можно такие купить на барахолке или вот еще что-то? Вот такой корпус, вот честно, я на своей памяти не встречал. Там глухари классические, какие-то поезда. Волки еще, поезда, это очень частые, да. Вот эти не встречал, то есть по ориентир цены... Ну, ты много, ты давно занимаешься антиквариатом уже? Да, ну, не все можно, да, ну, лет 7, я увлекаюсь больше, ага. Коллекционирую там, ну, и разные, как бы, производные на эту тему. Порядок, я думаю, от 40-50 долларов наверняка, то есть они могут стоить, возможно, если повезет, конечно, купить дешевле, надо покупать. Надо брать. Да. А как, смотри, я вот когда-то был в Польше, и там видел на барахолке продавались точно такие же, с таким же циферблатом, но полностью отшлифованные, блестящие, их начистили. Это полировка. Либо, я думал, либо новая, либо полировка. Насколько вот у них цена? Там было в районе 50 долларов за них просили. Вот, правильно. То вообще стоит ли это такое брать или это не вообще стоит просто... Потому что для любого коллекционера часов любое внедрение в корпус, ну, шлифовка после чего? После царапин. Ага. То есть он уже испорчен, а шлифовка — это не значит сделать его красивее или лучше, это значит просто его сделать видовой. Но видовой, угу, придать, ну, характер товару, ну, это не профессионально. Угу. То есть это он на витрине красиво, а в коллекции он будет плохо смотреться. Берется для этого лупа, смотрится корпус, смотрится стекло, полированное, оно не полированное, шлифованное. Угу. Ну, стекло не полируют, стекло шлифуют. Ну и полируют, естественно, угу, там как бы вот. Ты открываешь, когда на барахолках смотришь подобные вещи? Вскрываешь, есть у тебя ножичек специальный, как там, не ножичек, а ключ, наверное, такие? Не, ножом, ну, как правило, у продавцов есть, допустим, ну, часы не непосредственно моя тема, там мне какие-то экземпляры, если нравятся, наверное, я могу больше по открыткам, да, купить, или... ну, больше по монетам. По монетам даже. Да, да, нумизматика, вот это мое, как бы, интересно, открытки люблю, но там определенные, вот последние мне понравились открытки, с императорами. То есть, ага, я взял с Георгом и с Николаем. У меня есть, хотелось бы, Александра. Интересно. Ну, так по нисходящей. Они, кстати, очень редко встречаются. Угу. Так, идем дальше. По этим все? Угу. Или да, поговорим. Да. Вот еще тот же представитель, очень интересный экземпляр карманных часов. Да, часы ракета. Это ушко. Тут, если я не ошибаюсь, наверное, ну, двадцатка. Должна быть двадцатка. Я думаю, написано вот здесь, вот нет. А вот можно увеличить. Вот этими часами, этими мы, ага, не сможем, наверное. Не сможем. Этой камерой, все, да. Я понял. Так, да. Чем? А у 20 это хороши? Количество микрон нанесенных напыление. Да, то есть если золото. Да, совершенно верно. Порядка вот 3 корпуса, а у 20, ну, где-то при там, при кощунственной снятии вот этого металлонапыления дает нам 1 грамм золота. Угу. Ну, это если кому-то интересно, но нам это, людям, увлекающимся какими-то предметами, это, ну, вандализм, я бы так сказал, для меня это звучит. То есть не жажда металла, а жажда чего-то нового, интересного, положить себе в коллекцию. Вот шикарные часы, поздравляю, но они не идут, да, я так понял, Алексей? Да, раз нужно, ты не обратил внимания на это. Их, нужно их, наверное, то есть стрелочки дать. Переводятся, исключительно переводим часы по часовой стрелке. Никак не против, чтобы не повредить механизм. Да, они заведены до упора. Да, не пошли они. Даже секунда не двигается. Угу, ну, нужно, они давно уже, да, лежали без дела. Требуют чистки.
Это Самсон, разрывающий пасть льву. В Петродворце есть такие памятники, естественно. Я знаю, и монетки есть, даже или монеты эти были. Да, набор жетонов. Набор жетонов. Да, есть, по-моему, даже и монеты русские. Русские, в смысле СССР. Юбилейный, где-то он, по-моему, изображен также. И чем прелесть вот здесь в этих часах — шатлен. Шатлен интересный такой, он, ну, вот раннего типа, достаточно интересный. Почему тут дополнительно ушко? Это что, для чего такие вещи дополнительные? Вот какое-то ушко? А, ну это мы, собственно, это снимаем. Ага. И в кармашек себе, ага, где-то фиксируем вот это кольцо, карман, а это потом кладем. Все, и оно так, угу, у нас хранится, чтобы, прикольно, не потерялось, естественно. Шатлен. То есть оно в комплекте, вот здесь, например, если нет никакого. У молнии также есть шатлен, но у него немножко другой формы. Это более такой ранний, угу, более ранний период. Он и по металлу ранний, у молнии, допустим, из нержавейки будет, а здесь бронзовый. Угу, класс. Бронзовый, красивый, интересный шатлен, очень хороший. Так что мои поздравления с покупкой. Кто увлекается часами, классный действительно подарок. И... угу. Ну, не забывайте писать свои комменты и ставьте лайки. Да, ребята, я еще вначале сказал, подписывайтесь на канал Алекса. Спасибо, всем привет большой. Спасибо, кто смотрит, поддерживает, всем всегда отвечаю. Угу. Розыгрыши будут. Спасибо, ребят, что посмотрели. Ставьте лайк, если вам понравилась тема антиквариата, открыток и часов. И до новых встреч. Всем пока.